В социальных сетях пользователи активно обсуждают видео, снятое, предположительно, в Алтайском крае. Собака забралась на уплывающего от охотников лося и покусала его. Да, Джайма, ты просто так не уйдешь. Сейчас тебя другая банда загонит. На этих кадрах видно, как лось пытался скрыться от охотников. Однако собака забралась на беззащитное животное, которое спасалось из последних сил. Все это снимали на видео мужчины, при этом подбадривая своего питомца. Что и вызвало возмущение у пользователей социальных сетей. Они окрестили поступок охотников живодерским и считают, что авторы видео должны быть наказаны. Ну а о судьбе лося пока ничего не известно.